Традиционно 8 февраля научное сообщество отмечает День российской науки. По этому случаю в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Миниханов вручил государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники. Ваши достижения – это результат кропотливого и напряженного труда, научного поиска и неустанной исследовательской деятельности. Мы гордимся вашими успехами, а также вкладом в развитие современной науки и техники. Указ о присуждении госпремии президент Республики Татарстан подписал еще 16 ноября прошлого года. В этом году этой награды были удостоены 5 работ из 12, представленных на конкурс. Они были связаны с решением значимых и актуальных проблем в различных сферах социально-экономической жизни республики и отдельных областях фундаментальной науки. На торжественной церемонии вручения президент Рустам Миниханов отметил многолетнюю работу ученых Казанского федерального университета. Группа ученых, состоящих из 4 человек, выполнили широкий цикл исследований в теории фундаментальных взаимодействий науки о Вселенной. Их авторские разработки апробированы в 5 монографиях и 235 научных статьях. Сложный очень механизм вот, действия этих полей, да, они нелинейные, то есть нет вообще математически разработанных методов, которые могут объяснить, как они работают. Ведь когда мы понимать начинаем вот эти процессы, которые там идут во Вселенной, да, мы начинаем понимать, как устроена материя на самом глубоком микроуровне. Когда мой учитель, создатель Казанской гравитационной школы Алексей Зиновьевич Петров предложил мне задачку. Так что уже на 4-м курсе у меня вышла первая статья, ну, а дальше уже пошло. Президент Татарстана отметил, что подобные исследования свидетельствуют о высочайшем статусе наших ученых в области естественных наук и медицины. Анна Глазунова, Ленардо Вельтяров, Универньюз.